В этом видео мы покажем, как подключить ваше приложение Zenik к аккаунту Saphir и как стейкнуть Avinok Tokens. Зайдите в ваш бэк-офис Saphir. Нажмите «Аккаунт». Затем в «Security». Нажмите эту кнопку, чтобы скачать приложение Zenik для Android. Или нажмите эту кнопку для скачивания Zenik для iPhone. После установки приложения на ваше мобильное устройство, нажмите эту кнопку для подключения. Система предоставит QR-код, который должен быть считан приложением Zenik. Откройте приложение Zenik на вашем мобильном устройстве. Нажмите «Scan». Теперь наведите камеру своего телефона на QR-код. Нажмите «Connect» на вашем мобильном устройстве. Теперь, чтобы авторизоваться, введите ваш пароль Saphir и вторичный фактор безопасности, если он у вас сконфигурирован. Кликните «Ок». Вы увидите это сообщение, информирующее вас о том, что приложение было подключено. Кликните «Ок». Затем в целях безопасности вы выйдете из вашего Saphir аккаунта. Теперь залогиньтесь снова. Давайте снова вернемся к аккаунту и безопасности. Здесь мы можем удостовериться, что мобильное устройство для вашего аккаунта активировано. Теперь давайте стейкнем токены Avinok через приложение Zenik. Откройте приложение Zenik и введите код для разблокировки. Важно убедиться, что у вас доступен баланс Ethereum в вашем приложении Zenik для оплаты транзакций. Для начала кликните на Avinok. Нажмите здесь на «Стейкинг». В этом поле введите количество токенов, которые вы хотите стейкнуть. Если вы хотите стейкнуть все токены, которые у вас есть в кошельке, нажмите сюда. В этом поле введите период стейкинга. Здесь вы можете проверить сетевой бонус и количество токенов, которые вы получите в конце периода. Теперь кликните кнопку «Стейк» для продолжения. Появится такое подтверждающее сообщение. Оставьте этот параметр выбранным и нажмите кнопку «Стейк». Дождитесь процесса подтверждения, который может продлиться несколько секунд. Отлично! Процесс стейкинга ваших токенов Avinok подтвержден.